Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться вот такой вот радостной новостью. У нас появился вот такое вот чудо. Наша курочка в сарайке высидела вот такого вот замечательного цыпленка. Посмотрите, какой он сладкий. Смотрите, я вам его поближе покажу. Вот такой вот он у нас сладенький цыпленок. Это пока еще первый. Под ней там яички лежат. Вот смотрите, какое чудо у нас появилось. Сейчас пока он маленький, его надо кормить вареными яичками, кто не знает. Водичку давай, сейчас мы ему поставим лампу. Просто у меня муж сейчас пошел в сарайку. Говорит, захожу в сарайку и понять не могу, где-то что-то маленький, говорит, чирикает. Я, говорит, стал всех куриц облазить и нашел вот такое вот замечательное наше чудо. Смотрите, какой он сладкий. Давайте вот так вот покажу вам его. Смотрите, какой он хорошенький. Напишите, кому нравится, комментарии. Всем пока!